Ну и к заключительной новости выпуска. В Белогорском районе Крыма стартовала встреча воздухоплавателей «Крымские просторы», в рамках которой в шестой раз проходит Всероссийский кубок по воздушному биатлону, а также Кубок Крыма. Всероссийские соревнования в такой дисциплине проходят в регионе впервые. Первый спортивный полет состоялся утром в среду. Называется фестиваль «Крымские просторы». Сделали такое название, придумали, чтобы крымчан. Мероприятие вообще в Крыму проводится у нас с 90-го года. В зоне Белгородского района, это третье соревнование. И впервые здесь проводится кубок биатлона. Воздушный биатлон – совсем молодой вид спорта, и в России он появился в 2014 году. Кроме выполнения стандартных воздухоплавательных упражнений, пилоты должны попасть по мишеням из лазерного ружья. Мишени цепляют на другие аэростаты, стрелять по ним нужно из корзины в движении. Встреча воздухоплавателей и «Крымские просторы» продлится до 25 апреля. В последний день соревнований из 9 команд выберут победителей. Организаторы надеются, что теперь кубок воздухоплавателей будет проходить на полуострове ежегодно.